Значит, все. Говори. Здравствуйте. Всем привет. Я играю во что-то очень прикольное. Впервые. Сталкеров. Короче, да, здрасте. Это меня так зовут Квик, это я. Да, мы банда Ксек вместе, если объединить, короче, вот. Это Ксюша, да. И она никогда в жизни не играла в Сталкер. Что самое удивительное. И вот это первая часть из всей оригинальной трилогии, и она впервые будет играть в Сталкера, да. Да, новая игра, значит, да? Потому что опции я все настроил, ну, кем ты будешь? Я новичком? Мастер, давай я мастер. Ух ты. Что это такое? Мне уже нравится. Особенно гроза. Вау. Ой, как быстро это делается. Ё-моё, такая ностальгия. Ой, я там был очень человек... молод, когда играл в это. Ну, плохо, что ли? Что с ним? С ним очень плохо. О, господи! Что это такое? Я думаю, плохо, зомбак какой-то или что с ним? Это труп. А про чего вообще сталкер? А это грузовик. Краткости. Ну, про Чернобыль. Про мутанты Чернобыль? Там все дела. Мутанты. Мутанты, сталкеры другие. И, короче, это Чернобыль, это типа зона отчуждения все дела. Это после... Ну там, если вкратце, то это не вкратце. Вкратце не получится рассказать ему ничего. Это Чернобыль так сделали? Да, Чернобыль. А это типа Россия, да? Это нет, это Чернобыль. Нет. А, все, все. Чернобыль, да. Не, ну круто. То есть не такая игра старая? Нет, она старая. А. Даже очень. Чё, по кубрике, наверное, есть, да, тут? Ну, я же тебе говорю, мутанты. Это чё по кубрике? Чё по кубрике? У меня до сих пор в голове тот чувак, блин, чё с ним? Ну, это зомби был, труп. Тьфу, зомби-труп. Это просто... Тут же нет зомби? Есть. Интересно, может, и в мире такое существует. О, это твой персонаж, кстати, игровой стрелок. Это меченый стрелок. О, здрасте. О, а это живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Сидорович. Сидорович. И потащил. Старая тварь, блин. Балбес. Сидорович жрет постоянно, смотри. Вот он, это Сидорович. Тело с грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь. И вот эти меня в школе обзывали. Да. Вот этим стариком с курицей в руке. Не может быть. Да. За что? Давай его сюда. Там газету отодвинул. Он козел старый, он продает постоянно по завышенным ценам, тварь. Ненавижу этого. Чё? Убить стрелка. За эту фигню я дам тебе. Ой. Отдай это моё. Самая тормозная реакция в мире. И сдох. Просто схватил такой. Ой. Знаешь, бегите отсюда, тут цунами. Сдох. Где цунами? Что это? А? Ой. Короче, ой. Прикольная карта. О, мне вот эта штука нравится снизу. С головой. Панель. О. Что он базарит, ничего не понимаю. Заодно посмотрим, как быстро у тебя пошло. Я даже помню наизусть его. Да не курицу, дед! Можно стрельнуть? Нет, пока. Ну и ладно. Чего не Васер? Стой, подожди, пока он договорит, потому что с ним надо будет побазарить. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Так, теперь ты можешь с ним поговорить на вот эту вот кнопку, вот F. F. Значит, выбирай, как мы с тобой поступим. Короче, ты можешь с ним, типа, я с новичком ничего не помню, но скажи, как с опытным я тебя всему научу, он долго будет объяснять. Чё, а я это? Да. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Слышь, как при нём было, принесёшь меня, Шустрый был из-за него. Да он был, да, это так. Да мы поняли, чё, давай. Да, всё, пока принесёшь, хорошо, я попробую, говори. Давай. Так, теперь... Что у него можешь схавать? Поворачивай. Смотри, у него там что-то есть попить. Это энергетик. Чё, он пьяный, ну, там... что ли? Фу, у него винтовка. Так, поворачивайся, значит, вот в дверь можешь выйти теперь. Проходи также на F. F.
Вот. Выходишь. Ух ты. У тебя все, вот все действия у тебя на F. Что-то разговаривать, экран огромный. Мне непривычно на компьютере играть. Когда ноутбук всю жизнь был. Это ты пока ничего не можешь с этим делать. Тьфу, блин. Ты сейчас выйдешь. Чего его тоже так шатает? Так, у тебя теперь есть бинокль. Вот, смотри, прыжки могут вам так на спейс это прыгнуть. Ну, это понятно. Ну, это понятно, да. Смотри, значит, если ты нажимаешь вперед и нажимаешь вот Shift, то ты будешь смотри, медленнее идти наоборот. А если ты, смотри, зажмешь V и X, то ты уже быстрее будешь. Ну, не зажмешь, а просто нажмешь один раз, и пока у него энергия не кончится, можешь бежать. Вот, это ускорение. А если ты бежишь и прыгнешь, то он дальше прыгнет еще, соответственно. Смотри, на единицу, значит, у тебя будет ножик. На двойку у тебя будет пистолет, на тройку у тебя будет, ну, там, дробовик, ну, винтовка. Там уже посмотрим, да. Четверка, я не помню, что это. Пятерка — это бинокль, шестерка — это болт. Как с ним поговорить? Тоже наив? Тоже наив. Ну, тебе с ним не надо разговаривать. Костя законный. Законник, а не законный. До встречи, чувак. Тебе надо к другому идти. Смотри, значит, на левую кнопку это стрелять, например, ой, да? Ты что кинул? Болт. Чуваки, бегите. Это болт. Я думал, ты гранату кинул. Нет, это болт, короче, ты им аномалии должна проверять. Ну, да. Ой, на картонах сидят, ну чё? На гитаре играют. О, дай гитарку. А я тебе болтик. Фу, какие. Вот, а на вот эту вот кнопку целится. Фу. Вот на эту кнопку это целится. Ага. Вот. А ты опять него бал кинул. К нему подойти. Да вы чё такие, ну, мусорщики-то. О. О, можешь подобрать на F. Вот, теперь у тебя есть энергетик, и он позволит тебе, ну, дольше оставаться. Как сигарет-то подобрать? Вот. Шучу. О! Вот тебе не о чем-то... Сопля! Сопля. Я хотел у него это взять. К тому сзади подойти, у дома, который стоит. Где? Вот. Этот? Да. Это тот, который флешка? Нет, это тот, скажем тебе, надо. Привет, зачем пришел? Вот. Я не хочу с тобой балла дать. Что это? Я попробую. Да. Где эти чубики, смотри? Так, здесь, по-моему, ничего нету. Смотри, там есть один крутой костюм на крыше. Где? Лежи на крышу. На той крыше, где мужик стоит, там лестница слева. Вот, лестница. Я хочу костюм. Не там только, не внутри. А где? Налево повернись. И по карнизу там пройди. Ну, попрос. Ай, я упала. Учись уже паркурить. Паркур по-куиковски ты должна... Слушай, я в Chicken Horse или к паркуру? Паркур по-ксюшински. Сейчас затащим. Давай я тебя пройду. Нет. Тебе слева, а не справа, Ксюша. Ты знаешь, где твоя левая рука? Да, вот по карнизу слева. Ну, слева, а не справа. Это лево. Это право. Это лево. Ты откуда поднимаешься? Все поняла. Ты не можешь пройти. Да как это сделать? Да, я тебе пройду. Все, тихо. Да, я пройду. Да как ты это делаешь вообще? Давай вообще на изи, смотри. Даже сидя слева от тебя на шарике, на красном, этом гимнастическом, дурацком. Ты что-то нажимаешь? Я смогу... Нет. Ты что-то нажимаешь, я же вижу, что ты нажимаешь. Нет. Он тебя присел. Он меня не пристал. Теперь ты сюда допрыгиваешь, берешь ножик. Вот это... А тебе... А, кстати, если ты нажимаешь один раз, и, ну, Ctrl, да, то он приседает один раз. Если нажимаешь плюс Shift, то он приседает еще ниже. Вот, новый костюмчик у тебя хороший. Вообще прикольный, вот. Теперь он у тебя есть, теперь надо аккуратненько. Да, аккуратненько. Сюда спрыгнуть. Так, теперь беги, смотри, вперед. Вперед? Вот туда, да. Как тебе, кстати, первое ощущение от игры? Мне нравится. Когда здесь... Ну, капец, у него графика. Облака, да? Как в жизни. Только не летят ничего. Подожди, он деревья хочет. Кто? Нет, пробегись. Да, капец, у него его это самое трясет. Куда идти-то? Что там такое? Там военные, не иди туда. Окей. Блин, капец, его трясет. Меня давай пугает. Я тебе отключу эту трясучку. Не надо мне трясучку. Вот трясучка, видишь, когда он меня идет. Меня пугает, когда он нож вот так делает, так уж себе сейчас его вонзи. Здесь стошнит, если будет это. Я тебе... Подожди. Да видишь? Не надо мне трясучку эту, мы сюда бежим. Что нам тут надо? Так у тебя наоборот трясучка сейчас. Тут труп лежит. Вот, бери аптечку у него. Подними голову вверх. Зачем? Не так вверх. Вон там вертолет, смотри. О, господи, мы прыгнем. Нет, ты труп не обыскал еще. Не зайдут. Как его обыскать? На F тоже. Ух ты. А у него нет ничего. Ничего нету, а как выйти? Ничего нет, а так вот. Эскейп? У него граната лежит, или что-то. Так, теперь иди. Это на голову лежит. Нажмите, как поговорить. И дай ему аптечку. Держи, да. Дай держи, блядь. Толик, одиночка. А, это он ведь? Кто? Нет? В смысле? Который нам нужен был? Нет.
Там он в другом месте находится, тот, который тебе нужен. Захочет говорить, если будет, ты этим оружием. Все, что за оружие, ты знаешь, болт. Ну, короче, хорошая, но если у тебя все будут хорошие, ну, ты будешь хорошей девкой, вот такой вот мощной, да, то тебе будут торговцы продавать за более низкие цены всякие предметы. Поэтому советую тебе быть хорошей, конечно. И хорошая, да. Как хорошо лежит. Что-то ничего там, нету? Там ничего нету, я же тебе сказал. Там если что собаки, так что ты будь осторожней. А в домике в этом, в домике. Он собака. Зади в домик. Это чупакабра. Слева, да, вагончик. Там чупакабра. Это не домик, это вагончик. Это чупакабра? Нет. Ну типа того. Возьми ножик в руки, вот на единицу. Вот. Вот, забирай бинты, пистолет, аптечки и другие коробки тоже. О, мне дали пистик. Ну ящики сломай, вот эти вот. Не бочки, а ящики. Это бочка. Ящики деревянные можно сломать. Да? Пусто, да. Ты и что? Сзади еще попробуй тоже сломать. Вот здесь сюда. Пусто и пусто. Смотри, я тебе сейчас дам этот пистолет. Вот. Значит, смотри. Вот на эту кнопку на ша. Русскую. Это инвентарь ты открываешь. Угу. Вот, пистолет на два раза нажимаешь, и он переносится в инвентарь твой. Все понятно. Вот. Левой кнопкой мыши. Ну че? Можешь чупакабру затащить, Александр? Не надо. Ты быстрее сдохнешь. А чупакабра или собака? Это слепая собака. А ты видишь, там он что-то вон? Там что-то происходит. Что там происходит? А тут везде что-то происходит. А это все аномалии. Ты должна это будешь аномалии? Болтами пролить. Ну, болтами, да, пролить. Теперь смотри, тебе надо вон туда вот идти. Туда? Вот тем вот чувакам, да. Видишь, они там вдалеке стоят? Чуваки! Я бегу к вам! О, машину можно обыскать? Нет. Да я тебе все-таки ключи трясу, трясучку, подожди. Трясучка, трясучка. Так, там. И нет. Ну. Все, видишь, чтобы у тебя не двигалось. О, не можешь сюда? Так проще. Сюда? Ну да. Зайди, забери труп. Ой. Труп. Чупа-дуба. Другой труп. Вот этот, да. Есть там что-нибудь в нем? Смотри. О, болты и граната. Взять все, взять все, взять все. Так, почему это на английском? Подожди секунду. Забирай энергетик. Так, сохраним тебя. Все, а я молодец. Кто молодец? Я молодец. Вот иди к тем чувакам, которые там. Где? Вон слева. Ты чуваков там слева, есть? Слева, сзади. Где? Вон. Ой. Что это был? Не знаю. Вот, подойди к нему. Ой. Подойди к нему. Не любит, конечно. Петруха. А, да, ты слышишь, убираю оружие, когда подходишь. Да-да. Да, сколько бандитов в лагере. Только не торопись. Нет, попробую сам, чтобы шума не поднимать, скажи. Все, до встречи. И теперь это самое, иди надо. Вали, других нет. Их не надо брать. Они с тобой не пойдут, ты одна справишься. Чтобы да они умерли. Да. Или ты хотел бы экшен, чтобы их всех завалили. Нет. Я хороший человечек. Аккуратнее, только тут аномалии могут быть. Бери пистолет в руки, там враги. Какие еще враги? Бандиты. Там бандиты еще. Господи! Группировка бандитов. Опа, вон они, видишь? Где? Вон сидит. Вот это? Вон там идут, да-да-да. Можно? Стреляй, да. Парамазова. Они тебя спалили. Аккуратнее теперь. Кстати, вот этими вот кнопками, это ты можешь вот так вот выгибаться, наклоняться, знаешь, там высовываться, если препятствия, чтобы тебя не попадали, а ты бы попадала. Вообще, где они? Чуваки, вы чё? Ага. Давай, давай. Письки. Вон он. Давай, стреляй. А если я не попаду, скоро стоять, где с таким пистиком? Ты можешь упасть? Могу? Можешь, но... Господи, это моя тень. Ой. Стреляй. Аккуратней. Ой-ой-ой-ой-ой. Не бей меня, чувак. Давай. О, попал один раз. Один раз? Чего один раз попал? Попал один раз. Не один. О, убил. Он сдох. Все нормально. Я не сдохну, нет? Нет, у тебя еще видишь, вот здоровье твое, это броня. Давай. Я убиваю. Ага. Ты куда близко так подошел? Перезарядись на R. На R? На R. Как Left 4 Dead примерно. Окей. Обожаю Left 4 Dead. Эй, где он? Сзади что ли? Впереди. Ах, ты что пушила? Я тебя найду, ты что на меня нарываешь, что ли? О, господи, они со всех сторон меня окружили. Я ухожу. У тебя пока по здоровью все нормально.
А что, нельзя налево? Можно, вот на это, на и кратко. Зря ты перезаряжался. Это убило тебя. О, можно? Можно все. Щух. А у этих тоже не взяла. Трупы тоже можно. Трупы же обыскать можно. Щух. Только пока что уже не надо. А мне надо. Но сначала убей всех. Пофиг, мало ли, не заберут друг от друга. Друг у друга заберут. Их четверо осталось. Потому что пятый твой. Щух. Почему ты кого-то? Да кто там стреляет, я не понимаю. Ты что, вообще что ли, блядь, страшный чувак? Ты что, жить надоело, что ли? У меня сейчас жизнь уже закончится. Зачем поворот? Ты его стреляешь. У тебя аптечка есть, не переживай. И не одна еще. К тому же. Офигеть, у него ноги прошли сквозь ступеньки. Блин. А, так сейчас. Так, ладно, спокойно. Я держу на F1, если что, короче, ты будешь начинать помирать, я нажму, чтобы аптечку принять тебе. О, молодец. Они бесстрашные. А фонаревший вообще никакой. Давай, вали его. Ты очень быстро стреляешь. Ты по одному патрону... Ну и чё? С каким-нибудь этим стреляй. Ну кому? Я маленькая и хорошая девочка. Я ничего не знаю. Ксюша, у тебя еще двое врагов осталось. Ой. Не забывай об этом, пожалуйста. А как это? Присядь. Как на контрол присядь. Вот. Капец, знаешь, как это самое, в детстве играешь, типа, один там одной стороной управляет, другой стреляет, типа, да. ты стреляй, я буду управлять. Ты его видишь? Вон он. Бежит, гад. Типа, я его не вижу, да? Я его, типа, не вижу. Так, спокойно. Что, напрямую пойдем? Конечно. Он один остался? Нет, еще один остался. Как это, издалека его? Ну, у него здоровья мало осталось, получается. Он, наверное, в доме. О, где это было? На машине это было. У него была водочка. Ты что не сказал, что можно на эту сторону? Так я тебе сказал. Тьфу, блин, ну так на одну. А если так много пистиков забыла, их можно будет продать? Только их задешево у тебя купят, потому что за Сидорович шлепаны. Старых мыть. Мы его найдем, его. А он бессмертный. Серьезно? Что, ты стрелял? Нет. Это звук у меня есть желание вот в эту цистерну стрельнуть. Так, иди вот в тот домик большой. Какой? Вот тот вот, слева, вот, да. Вот этот? Нет. А, слева. Вот этот? Да, да. Вот там он должен быть последний, наверное. Чувак, ты что, спрятался в печку, что ли? Ну-ка смотри, там сейчас на корточках один будет сидеть. Ой, вон он! Я сказал, смотри, я предсказатель нафиг. Я этот сталкер знаю уже как свои 5 пальцев. Все, молодец. Последний твой. Не стреляй. Видишь, справа сидит, не стреляй по нему. О, у тебя дробовик есть теперь. Ой, Возьми дробовик. А, он у тебя взял, ладно. Не стрельного. Где взять? На F. Слушай, мне нужна флешка, нужна... Да. Чё до встречи, говори. Можешь взять у него работу и отнести ему куртку одну кольчужную, которая там будет недалеко отсюда. Да и заработаешь еще дополнительных денег. Давай. Не. Да возьми. Не убьют. Подойди к нему. Не убьют. Я хочу убивать их. Подойди к нему, возьми. Хорошая Ксюша. Подойди, возьми задание у него. Чё это? Это чашка, стакан, кружка. О. Да беги до него быстрей. Возьми у него задание. Ты денег заработаешь лишних, которые не лишние. Чувак. Ой, так можно было сделать? Не прыгай, а то можешь умереть. Да беги до него на иксе. На спринте. Блин. Видишь, вот это вот твоя энергия. Побежал, побежал. Все, догоняй его на F. Стоять, у тебя пушка. Вот, мне нужна работа. Во, да, я берусь. До встречи. Теперь смотри, карта у тебя на тап. Я всегда на тап ставлю, чтобы карта на тап открывалась. Mm-hmm. Вот, короче... Знаешь, где находится этот костюм? Он находится вот здесь вот. Вот он, да. Пока сидел в плену, слышу, что бандиты что-то там. Вот. А это тайники таким вот фигней отмечаются. Вот. Тайник. Крест у лагеря бандитов. Ну ты иди пока всех обыщи. Я уже обыскал. Иди. Дробовик можешь в руки взять. На троечку. Вот. И перезарядить его еще. Ты куда идешь-то? Ты не туда идешь. А куда идти? Вон туда. Вон в ту сторону. Вон. Вот это? Вон туда, да. Ты бандитов всех обыскала? Да. Точно? Да. Базу не всю, их лагерь не весь обыскал, ну да, ладно. Вон да, туда. Только возьми лучше сначала... Ой, там собаки. Короче, смотри, когда вот такая вот фигня появляется на горизонте, видишь, какое-то искажение, короче, то ты не иди туда, тебя ударит. Да, это я сегодня пройду. Дробовик возьми, ты собаку дробовиком будешь выносить быстрее. Ой. Это граната. Здесь граната есть.
Можешь гранату им кинуть. Кинем гранату. Ничего не будет. Кинем гранату, да. Не туда! Ладно. Ты их ранила, ну бери лучше дробовик. Ну они меня уже бегут. Дробовик возьми, могут да, ну, сзади нафиг. Подбежать, что в принципе. Кто там? За ними следи. Ну ладно. Мне пофиг. Там сейчас одна собачка страшно. Аккуратней. Отойди назад. Да. Зона. Направо поверни. Иди вперед. Все. И вон в тот туннель иди. Видишь, вон там. Угу. Тот туннель. Иди туда. Бегу. Там сейчас будет очень весело. Что там будет? Да ничего. Надо меня пугать. Справа обойди. Ты что, я это крыса какая-то? Это... Что это такое? Все, я опытный. Ты можешь ее обыскать, кстати. Эти? Да. Все, теперь можешь бежать в лагерь. Да нет, говорю. Можешь бежать в лагерь теперь. А где он? Ну, на стрелку тебе. Беги. Не забывай карту вот эту вот открывать. Может, это Ника добежать. А, выруби ее, там собаки где-то. Ника, не хочешь добежать? Забрать его. Показать всем, как ты умеешь таники обыскивать, настоящий сталкер. Не? Какие ж таники, давай лучше добежим курточку дадим. Давай. Ты ж хороший сталкер, я даю курточку, не забирай себе. Хотя здесь голод, холод, и нужна куртка хорошая, понимаешь? Эта куртка хуже, чем у тебя сейчас. А, ну ладно, ну вот. Как хочется мне в тачку сесть. Ну да. Но нельзя. Блин, как отходит, хочется в тачку сесть. Постоянно хочется сесть в тачку. Так, чувствительность мыши. Что происходит? Что там с ними происходит? Смотри. Они собрались драться с собакой. Господи. Стоп, они ее убили? Они убили собаку. Собаки. Так, здорово. Тебе нормально эта чувствительность? Угу. Хорошо. Ну, мужик, это ты знатно, да, взял, всех порешил, нам ничего не оставил. Если бы сам не видел, не поверил бы. Крут, елки-палки. Так, ну он нам задание, ну, типа, награды никакой не даст, просто скажет, что ты крутая вообще, всех порешала сама. Хотя играешь впервые, прикольно, да? О, кабан. Давай его зарежем. Господи, ты не кабан, ты кабанище. Давай его зарежем. Почему? Потому что он знает, кто я. Ничего не выйдет. Я таких, как он, резал с тоннами, блин. Что у него должно быть-то, мясо? Нет, копыта. О, играю тут на гитаре. Опа, аптечка. Видишь, ты весь лагерь даже не обыскал, здорово. Ну ладно. Вот торопились, мы торопились. Ситуация прояснилась. Давай. Флешка с информацией, где? Вот она. Мы 1500 он тебе дал. Забрать информацию у разведчика выполнено. Это я тебе патроны, чтобы у тебя были. Вот, теперь можно и продать. В принципе, ну вот так вот. Вот это вот тоже продать, да? Купи у него что-нибудь или ничего. Нет, покупать у него не надо ничего. Хорошо. А еще тебе надо задание сдать. Получить спецзадание у торговца, это понятно? Смотри, бежим, точнее, мы с тобой к меченому, к шустрому. Вот он тут дрыхнет, как слоняра. Вставай, давай, сейчас прирежу иначе. Так, встает, я по поводу задания. Вот, получен предмет каменный цветок. Это, короче, артефакт такой, что он дает, я не помню, в этой части. Радиацию плюс 5 и плюс стойкость плюс 3%. Но радиация, она тебя убьет просто. И он сейчас даст. Да, ничего особо рассказывать. На ТП бандиты были, пришлось немного почистить. А. Да, так, да. Вроде и все. Ай, да, скромняга, слушай, ну раз ты бандюков уделал, не могу тебя просто так отпустить. Вот. Аптечки, бинт, фора, граната. Раньше он, по-моему, не такое давал. Раньше он, по-моему, что-то другое давал. Ладно. Короче, он дал тебе фору, пистолет. А какая лучше, подожди, точность? Так, это хуже. Так. Удобность меньше. Вот это вот пистолет лучше. А патроны те же. Оставляешь себе фору, значит, да? Угу. Окей. Значит, бежим сюда. Сюда. Капец, эта версия немножечко отличается от той, в которую я играл. Ну да ладно. Разрядить. Тут уже что-то новое прям. Вот это вот ему тоже продаем. 50, за 59 купил, нормально, да? Уже прикольно. 60 тысяч стоит это, у тебя 2500. Все, тогда, что ж, раз ты тут самый главный ютабер, сталкер, говори всем до свидания. Как тебе, сталкер? Расскажи вообще свои ощущения, эмоции. Мне понравилась графика. И убивать этих чудиков. А еще что? А еще всем до новых встреч и хорошего настроения. Не пропадайте. Нервничаю.
Это Ксюша сказала то, что любит всех убивать, хотя она мне говорила то, что она не может убивать людей в игре. Да я знаю. Но они ж плохие, они меня чуть не убили. А когда меня начинают убивать, то я начинаю их убивать. Ну, короче, в основном как тебе? Прикольно. Из 10 звезд ты насколько оцениваешь? 10? 10 из 10, да. Красиво все. Вот. Короче, Ксюша, понравилось. Вот. Всем спасибо. Всем пока.